Приветствую, друзья, на канале Буплей. Меня зовут Владимир, и сегодня мы продолжаем прохождение игрушки 7 Days to Die версии 1.0. Стабильная уже, которая уже у нас вышла, по большому счету, а не экспериментальная. Итак, друзья, ну всем по планам, что сегодня будем делать? Мы сходим сегодня, зайдем брикпасы, сейчас бегаем. И надо как-то уже начать немножко улучшать базу, надо переносить это все дело наверх, ну, чтобы нам это, если мы тут не тусовались внизу, да, а уже понемножку уже переходили наверх. Вот. Ну и так, мы, может быть, еще пару заданий возьмем сегодня. Ну, может быть, не пару, потому что, ну, видосик я не хочу делать слишком длинный. И так, как у нас, знаете, все-таки это время требует тоже, чтобы загрузить норы. Да сейчас, вроде бы, у нас интернет помощнее, и это все происходит довольно-таки быстро. Но, опять же, тоже, смысл делать часовые там стримы, это беспонтово. Ну, или, ну, не в стриме, а видосы там, потому что, ну, мы обычно стримим в последнее время, но это в связи с тем, что у нас очень мало времени, ну, у нас, вернее, у меня, да, то, что, ну, и я потому вот собираюсь это в субботу, да, там, у меня выходной первый, да, иногда даже последний, и мне легче получается сделать видосик, ну, быстрее, по крайней мере, да, ну, и пусть мы можем сделать большинство всяких работ, потому что я сейчас не так часто играю игрушку, как бы хотелось, ну, чисто из-за того, что, ну, у нас не хватает чисто физически времени, не хватает на это все дело. То, что, ну, это у нас работает у нас, как говорится, для души, да, но это не для чего другого, да, просто пообщаться с вами, по какой-то, знаете, просто как-то иметь какую-то другую связь вне. Что там она там заглючила там. Вот. Потому что, ну, базу мы уже построили, плюс-минус, да, на данной стадии. Потом мы будем улучшать, конечно, все дело. И будем заниматься этим делом в дальнейшем. Потому что, ну, я думаю, что в будущем мы сделаем и до горбатую лестницу, да. Это не, ну, тоже лестница, а змейку, когда это все. Когда уже выйдем на другой уровень сложности. Так, что там. Это что-то у нас, это турист, да, там тусуется, да? Ну хорошо, ладно, пусть он там тусуется. Сюда все равно придет к нам в гости. Мы его тут покрошим. Так, у нас тут запасаны, закапанные припасы. Давайте, знаете, что сделали сначала, как обычно, да? Поставим блоки, чтобы я видел, в какую сторону нам двигаться надо. Ну, что сделать, ну ладно, пусть так будет. Вот так. Просто там сможем, значит, когда первый уровень, когда мы пройдем, поймем, куда нам вообще двигаться надо. Влево, вправо, вправо, влево или куда-нибудь. Или вообще в бок. И тоже, опять же, можно смотреть по поводу индикатора, да, справа, который у нас есть наверху. Да, как это, дистанция до этого процесса. 1,7 метров. Это получается, надо два блока прокопаться внутрь. 4, вернее. Кажется так, если я не точно не ошибаюсь. Ну, сейчас просто, это, хорошо, что у нас не такая большая дистанция, знаете, так, ну, типа, радиус не такой большой, чтобы, кажется, у нас же выносливость слабенькая, да, надо покушать. С водой у нас все нормально, да, с водой у нас нормально. Так, сколько даешь, 36, давай еще одну надо сбахнуть. Седой у нас, конечно, сейчас печально все, и с водой тоже не так очень, не все так хорошо, как хотелось бы. Так, 1 метр. Так, значит, это будет и здесь. Ну, видите, да, потому что вот где-то все улучшается. 7 метров, значит, сейчас гопаемся, вот. Куда-то сюда, внутрь. Это полметра. Сейчас мы еще упадем еще на пару, на полметра, на 25 сантиметров, если я не знаю, да? А, нет, смотри. Очень странно. Ну ладно, сейчас все равно нам надо. Но все равно нам надо будет в будущем. Глины очень много. Для. Вот тут она меня еще не видит, да? Да, не видела, отлично. Так, сейчас, по идее, должен быть первый дзинь. Она не померла? Ты что, сдурела, женщина?
Да что-то тут люди, эти зомби начинают тут копошиться мне. Так, куда я? Надо идти, куда двигаться? А, ну да, мы идем в правильном направлении. Тут надо выровнять это, то что, потому что сейчас, когда лестница, скорее всего, ударит второй раз, появятся какие-то зомби у нас. Да что ж такое? Они прям тут спаунятся у меня, прям под носом. Вообще, живучий газденыч. Мы, кажется, а не, мы уже, а не, мы можем, кажется, сделать третий, четвертый уровень или нет, я не помню точно. Лука, да, потому что у нас третий сейчас, потому что, как вы помните, да, друзья, кто смотрел видосики, да, и стримы, у нас же случилась целая проблема, когда вышло новое обновление, все миры снесли, ну, когда оно переходило, скорее всего, на стабильную версию, там начались проблемы. Потому что я читал на форумах, да, там у людей очень много слетело, у некоторых слетели вообще и миссии, и все остальное. Но раз миссии вроде бы не слетели, мир остался в данной стадии, да, и все хорошо. Но там, да, у нас, который мы 7 дней прожили, тот мир у нас исчез, к сожалению. Ну, как говорится, всему, как говорится, есть своя причина, да. Ну, так, приближайте к сокровищам. Ну ясно, да, мы уже двигаемся в правильном направлении. А куда вот делись зомби? Это вопрос. Значит, в эту сторону надо двигаться, потому что радиус, как говорится, улучшается, уменьшается в эту сторону. А вот она там гуляет. Ну давай здесь. Я надеюсь, только там не будет такого там замка, а то будет вообще жопа. Задание глина выполнено. А, испытание глина. Ну, нормально. Дополнительные очки опыта. Все? Да, вот он. Ну. Ой. Ух ты! Ты чё, сдурел вообще? И прям такая атмосфера врубилась, дождевая вообще жопа. Такое время судного дня. Идите сюда, мясо. Так ничего такого толкового мы не... О, мед. Нам нужно мясо, нам нужно яйца вообще, нам нужно очень всего многого. И у нас ничего нет. Так, где наш велик? Там велик. Давай сейчас сломаем что-нибудь, чуть-чуть, поломаем чуть-чуть. Испытание добыть трубы. Окей, я понял. Это тоже дополнительный образ, как добыть опыт, опыт нам. Так, нам надо как-то, блин, следить за тем этим делом. Такая мрачная погода вообще, жопа. Так. Надо эту девушку. Ой, слишком высоко. Я же прокачал же лук, мне надо сейчас целиться так высоко. Ну уже сейчас лук прокачан. Кстати, у нас есть какие-то очки для прокачки? Да, у нас есть одно очко. Но я куда-то его на что-то охранил. Только не помню для чего. Для чего я охранил его? Подожди, так, где наше дерево талантов? А, я его, кажется, хотел на... Сюда. А, тут интеллект 4 нужно. Я лучше, да уж, глубокие раны. Тут надо что? Ловкость 7. У нас ловкость 6. Ну тут надо 2 очка. Да, а вот для чего мы копили эти 2 очка. Для нашей ловкости.
Ну ладно, у нас почти что. А, кстати, у нас же могут быть сейчас уже. Давайте проверим наши достижения. 500 штука. 500. 2,5. Отлично. А здесь? Здесь у нас есть глина. И что это такое? Выйти в снежный биом. Тоже у нас есть такой. Что здесь еще осталось? Добыть сырое мясо 10. Выпить воду из озера 1. Но это у нас нам нужно фильтр. Это что у нас? А, с подозрением торговца Джейн. Ну, там довольно много всяких вещей. Так, давайте у нас появился очко на действие, да? Давайте его в ловкости кинем сейчас. Тогда мы сможем потом улучшить глубокие раны. Давайте сюда закинуть. И метки, стрела лука тоже с 1. Это 1 очко нужно, блин. Столько очков нужно, а их нету. Ладно, короче, погнали до нашего торговца. Зададим задание, возьмем другое задание. И я думаю, что сразу пойдем по другое задание, чтобы, ну, время. Сейчас у нас 11 часов, 12, да? Успеем. Я хочу еще иначе двойной лут сделать, чтобы максимально вынести вещица туда. Да, еще, друзья, даже заранее хочу извиниться, что у нас мало сейчас видосиков получается. Ну, я уже говорил, да, это в связи с тем, что, ну, времени вообще очень-очень-очень мало. Я работаю по 5-6 дней в неделю и чисто физически прихожу домой, и нет, у меня не хватает времени это все сделать. И не подумайте, в коем случае это не это, как-то не как-то я там не жалуюсь, ничего такое, я просто объясняю суть этой проблемы, почему у нас получается так. Так, где там дроп? Где там упал? Отлично, сейчас это за дропом сбегаем тоже. Is there some quail? Look here, boys. We got ourselves a real life hero, and now he wants to be paid. Ну, блин, бекон один только? Ладно, возьмем туда патроны. Вот такие вот. Есть какая-нибудь работа? Очистить от зомби закопанные припасы. Принести. Очистить от зомби. Блин, далеко. Принести. Давай. А, закопанный. Блин, я же не хотел. Я думал, ну эти зомби убивать, и тогда, типа, ну ладно. Пошли за лутом туда, поехали. Я сначала, знаете, что же делаем? Пойдем выгрузим то, что у нас есть на данной стадии. И тогда поедем за лутом. Ты что? Здесь забыл. Незваные гости у нас здесь тусуются, так. Так, латунь. Латунь мы разберем на продажу потом. Это сюда. Сюда, сюда. Гвозди тоже кинем пока сюда. Окей, ладно, поехали за лутом. Так, здесь у нас же ничего не должно было быть. Да, ничего нету. Так, у нас... Не, где у нас... А, туда надо двигать. За нашим лутом. Надеюсь, там что-нибудь полезное будет у нас. В смысле? Ой. Блин, не ту кнопку нажал. Так, где у нас там? Надеюсь, не слишком далеко. Ну, по идее, нет. По иконке смотрю, где-то, может быть, 300 метров еще. Ну, даже меньше. Ну, а, меньше, чуть больше, чуть 300 метров, блин. Так, так, подруга. Я сейчас тебя тут приходу на проверить эту машинку. А, я уже здесь все разобрал. Она умрет от кровотечения. Не огрел. Ножик имбища. Так. 370 метров.
Погнали. Ну такая погода паскудная, не нравится. Даже надо что-то потом пойдем выкопаем. Даже, может быть, даже и сможем еще одно задание взять. Только это искусственная горка. Да не искусственная, блин. Естественная, блин, искусственная. Потом со временем, возможно, мы, друзья, переберемся в пустынный биом, так как у нас там, говорят, очень хороший лут. Ну и очень большая вероятность умереть от всяких волков, этих жестоких волков. Ну посмотрим. Но это не сейчас, конечно. Я думаю, первые 7 дней мы будем жить здесь. Я думал, куда же сделался, блин, этот лут? Так, вам у нас есть еще... С жидкостью у нас какие-то проблемы, блин. Ну, какой ты... Винтовка с трубой качества 3. И все? Блин, печалька. Ладно, друзья, доберемся до места и тогда подключимся, чтобы экономить время. Как всегда, никуда не бегайте и скоро вернемся. Итак, друзья, мы пришли. Уже первый раз мы зачистили. Ну, ничего по-большому не получилось. Всякую гадость, всякую шнягу здесь, да. Ну, и чуть-чуть велики остались еще, да. Тут некоторые вещи, да. Тут такая вот. Ничего такого особенного. И пойдем сейчас начинать задание. И нам тут надо найти, как говорится, ресурсики. Тут, скорее будет, у нас волчара должен, по идее, быть. Нажмем, должен быть. Потому что, когда я первый раз ходил, его не было. Но там есть будка, которая обозначает, что кто-то здесь должен быть из этих лающих. Так, ладно. Ну, пошли по каждому зайдем. Не будем так очень много тут заниматься этим делом. Уголь это хорошо, особенно в начале. Это еще лучше. Так, где тут, скорее всего, здесь, да? Да. Иди сюда. Умираю, кровотечение там. Ну. Молоко зайдет качество 2. Отлично. Неплохо. Нам могут дать, конечно, помощнее какой-нибудь инструмент. Ну да ладно. Тоже неплохо. Вам тут, значит, понемножку начинает еда уже больше спавниться, потому что, ну, открыли книжечек довольно-таки большое количество уже по поводу еды, да. Это мне нахер не сдалось. Я все надеюсь, когда вот чищу эти туалеты, я все надеюсь, что, может быть, я найду пистолет, простой пистолет. Хоть, блин, первого уровня, это будет гораздо, блин, имбище, чем простой револьвер, который у нас сейчас есть. Так, здесь будет у нас... Турист. Отлично. Всякие модификации, которые мне нахер вообще не сдались. Ну, что дали бы что-нибудь такое более полезное. Книжки это хорошо, это очень хорошо. Особенно по идее, это вообще шикарно. Ну, давайте пистолет, пожалуйста, дайте мне пистолет. Жопу себе пистолет. Ну, нам нужны все-таки припасы, или где припасы? Нет, там ничего не будет. Скорее всего, он будет это в последнем здании. Так, подожди. Что у нас здесь? А, у нас этот колонн здесь стоит. Ну, что там? У нас здесь появилась первая такая более-менее стоящая модификация. Пламя, пламя, пламя. Так, окей. Что у нас здесь? У нас еда. Не, да, вообще сюда не то, что мне надо было. Ладно, пошли дальше. Так, так, так. Ну, по идее, волчар больше не должно быть. Собак, вернее, не тот волчар. Блин, не прочитал, что такое. Навык изготовления брони. Легкая броня качество 2. Блин, что же такое выкинуть? Так, что он седой? Ну, седой у нас еще все нормально. Ну что, денежки это надо забрать. Берем, забираем. Все, будем что-то еще и выкидывать, потому что у нас не хватит места чисто тупо.
то может быть там что-то будет стоящее из одежды. Кстати, да, друзья, у нас мы получили первый айтем. Обувь убийцы. У нас уже есть первые. Для сета скрытности. Так, кто здесь? Надо закрыть. Мало ли кто-то, блин, но решит наведаться в гости. А нам этого не надо. Это тухляка, блин, целая куча. Зачем мне он нужен? Вообще он не нужен. Так, это проверили, так дальше. Опа, ага, вот и, блин, то, что нам нужно. Только вопрос, куда я эти закину сейчас. Кости у нас, не знаю, сколько у нас костей, вот это я выпущу. Ничего, здесь кости. Ай-яй. А даже уже финальный сундук был. Урон видимости больше. Это что? Перчатки налетчика. И что мы сейчас скинуть? Ладно, сейчас скинем. Это что? Железострелы, боеприпасы. Рецепты. Ничего не могу здесь сделать. Кофе оставим. Что с водой? Можно попить водички. Да, русскими пока что одно. Так, что здесь еще осталось? Нет, тут ничего больше такого нету. Ну все, надо лутать дальше. Все-таки мы только проверили два дома. Еще осталось парочку. Может какие-то... Ух ты ж, блин! Главное, ни звука не произнес, блин. Купи все на что еще, смотри. Блин, ну что ж, ладно. Что мне такого скинуть? Ну, что нужно? А, вот камни скинем, чтобы не париться. Сухо, тут хера, тут много этих. Что, бредача орда пришла, что ли? Да. Бродячая орда. Вообще жопа. Вообще жесть. Такой вообще нежданчик. Главное, подкрались так незаметно вообще крысы, а? Что там буянишь? Иди сюда. Ну. Промазал и мне врезал так нормально. Так, потом проверили уже, да. Ах.
Пум опасный кошка, который часто случается со стоимостью игрок урона, но может быть 10% больше. Так, там кто-то шипит, я слышал. Блин. Отдай стрелу. Вообще наглый. Так. Что ж ты будешь делать, блин? Крысёныша. Ну не хотят мне оружие давать вообще, жопы. Такие жадные вообще. Даже не буду мясо брать. Блин, консервы это хорошо, надо забрать. А что мне дать? Что я скушал? Тыква. Блин, бумага. Вообще ничего понтового. Так, здесь вообще ничего нету. Ладно, пошли отсюда. Так, у нас осталось еще что? Еще вот этот последний домик, и можно возвращаться домой. Отличненько. Блин, книжек не дает больше. Вот жопа. Ну, благо, хоть у нас водички сейчас достаточно дают нам этой грязной, но уже 10 штучек, да, таких, это уже тоже неплохо. Кстати, мы можем создать уже второй нож, у второго уровня, да, у нас выпали книжечки для такого процесса. Сэндвич не будем брать. Так. Потрошь это хорошо. Все? Так, все, зачистили, все, поехали отсюда. Сдавать задание. А то, что здесь у нас? Что-то очень мало, знаете что, друзья? Змей мало, блин. Раньше змеи были на каждом углу, блин, на тебя нападали, а сейчас что-то их мало. Это был очень хороший способ добыть мясо. А сейчас, к сожалению, его нету. Они где-то очень глубоко засели и не вылазят. Вроде бы в лесу, где должны они быть, довольно-таки часто, но... Увы и ах, у них и здесь нет у нас. Окей. Поехали отсюда. Где там у нас начальник? На той стороне. Благо, тут недалеко. 200 метров. Ну, все. И считается, у нас день четвертый. Блин, с патронами у нас печально все. Оружие у нас есть. Ну, ладно, у нас... еще 3 дня в запасе. Грубо говоря, да? Вообще проехнул, даже веком не швырнул. Потому что, а да, можем и третье оружие можем создать. Ну, короче, это день седьмой, мы уже тогда будем смотреть, что мы максимально можем создать. Что мы можем скрафтить из-за того, что у нас есть. Так, ну что ж ты нам, дружище, дашь? Well, you get lost, bum. Ну, нам патроны нужны, блин. Опаньки, здравствуйте. Ну и опять велосипед. Комплект еды 0.1. Гаечный ключ, собиратель. Я думаю, что заберу собиратель. Да, потому что, ну... Велосипед у нас уже есть. Гаечный ключ у нас есть, комплект еды нам не нужен, там будут книжечки, конечно, это будет более выгодно, я считаю. Завершить.
Есть особое задание. Уровень открыть торговый маршрут. It's a deal. Disappoint me, and you'll find yourself on the wrong Отлично. End. You're gonna buy some food or just stand there like a goddamn idiot. Так, это ж у нас налетчики надо нам. Может быть, нам пригодилось бы разобрать, надо было его. Блин, там же эти запчасти. Ладно, чё ж, поздняк метаться. Так, что 2400, да, у нас? Ничего можем продать, не можем. Я должен что-то есть вообще. Может, я могу тебя купить? Южное фермерство. Острые штучки, или копии. Не надо мне картоскол. Пистолеты. На, хочу, я хочу броник. И мир винтовок. Мне не надо. Дебил. Вот ты дебил, ну. A sale is a sale, even if it is to a scumbag like you. Это просто жопа. Че я так ступил, просрал чисто 600 баксов. Иди в жопу. What's it gonna be, huh? Как это так? Ну я не могу больше продать, чтобы как-то более-менее купить эту последнюю книжку, как-то сквол этого. Потому что я хочу, чтобы, блин, мы смогли уже пистолеты делать нормальные сами, если мы не можем найти его. Тыква. На, нахрен. 74. Вообще говно, ничего не продам. Кофе, ну это оставим, пусть у нас будет. Ладно, don't let the door hit you on your way out. Пошли отсюда. А, кстати, ну да, пошли отсюда. Там же у нас есть еще какие-то какой-то штучка на шапку у нас была, походу. Ну, да, это что у нас бонус в поиск семян? 153. Я хочу забрать ее. Что ты дашь там? Да, да, что это нам надо будет. Надо ко мне бежите сюда. Я здесь вас буду ждать. Отлично. Так, ладно. Надо сейчас разгрузиться по-быстренькому. Ну что, здесь есть, да? Так, это сюда, это сюда. Отлично, сюда. А, и это надо поставить вот сюда. Ты что даешь нам, собиратель? Увеличивает скорость сбора разы. Отлично. И у нас очень много этого, да? Сколько у нас этого? 16-19. Ехать 19 мутной воды у нас. И походу здесь еще тоже было у нас здесь, да? А, нет, ничего не было. Так, я хотел же сделать что? Я хотел сделать мутную воду, сварить ее. Сколько надо? 15 минут. А, кстати, значит, друзья, ничего не будем сейчас делать. Сделаем так. Нам это надо все перейти наверх. Нам все-таки надо облагораживать базу, да? Так. И наверх. Где наш наверх? Кстати, можно забрать отсюда, что? У нас же там, походи, подожди, у нас здесь вообще здесь и какие-то ящики у нас были у нас? А у нас есть печка. Что-то плавит. И ничего не плавит. Блин. Ладно, надо сейчас построить. Куда-нибудь засунуть. Давай тогда сейчас сделаем так. Сюда мы поставим вот такую вещь. Это сюда. И здесь уже будем кипятить. Вот 15 минут нам было, да? Да
Я бы хотел бы вообще, знаешь, получить какой-нибудь гриль, знаешь, типа поставить сюда, ну, типа печку какую-нибудь такую, и все было бы отлично. Так, здесь у нас все хорошо. Кипятится, варится, варится, жарится, парится, все отлично. Нам нужно создать больше ящиков. Так, что здесь? Нам нужна глина. Давай у нас половину глины заберем сюда. Нам нужен булыжник, там улучшить эту тему. Что еще? Камни нам надо. Для чего нам будут камни нужны, не помню. Для песка, походу. Бетон у нас есть, это у нас есть. Металл плавить и плавить, плавить. Сланец оставим. Оставляем это, потом разберем. Это разберем. Можно было, конечно, продать, но не буду я это продавать. Пока что сохраним вот что-то дело. Здесь у нас что? Ничего толкового. Здесь у нас... Тоже можно было продать. На этом что у нас? Грузоподъемность. Это одежда мусорщика, да? Плюс одна ячейка. Ну, тоже, конечно, было хорошо. Выносилось минус 56. Потому что, ну, все-таки это первый уровень ранга. Брони можно бы его одеть. И модификации снимем. Да я мог вообще по здесь собрать все, что у меня есть, по частям, да, но такой чувак выглядит вообще просто. Модификация, заверяю, это. Дает нам дополнительно одну ячейку. Отлично. Блин, может быть, все-таки не надо было ломать эти вещи, кто я сломал. Это. Что ты нам даешь? Подожди, ты даешь, походу, металл, да? Давай посмотрим. Потому что мы можем создать, кажется, уже получше это оружие. И как и нож так же само. У нас можно создать нож второго уровня. Так, что ты хочешь? Да, металл. Мы на чего расплавим просто. Это тоже даешь металл, да. Нам сейчас выгоднее их расплавить. Давайте пойдем плавить их. Потому что 43 продать, конечно, было бы хорошо, но с деньгами, конечно, пока что не все так страшно. А, кстати, блин, я же неправильно сделал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я же хотел сюда ящик поставить, а не... Ладно. Поздняк метаться. Хотел просто ящик, знаешь, чтобы не тратить зря. Ну, туда можем потом сейф засунуть. Не, ну, блин, не хочу туда сейф засовывать. Нам все надо поставить, иначе создадим складской ящик. Один. Так, сколько тут осталось? 12 минут, давай. Ну иди сюда. Блин, зажарено. Отлично. И это да можно вот так раздолбать. Слушай, мне что-то 500. Мне кажется, не было у них побольше хпшек. Или ошибаюсь, скорее всего, ошибаюсь. Давай, изготовить 6. Ну, он, блин, ладно, пока что оставим как есть. У нас еще три ящика, куда мы тебя засунем? Три ящика, давай сюда, может, два засунуть. И куда-нибудь еще один засунуть. Сюда мы можем где-то стол еще забубенить. Ладно, куда-нибудь, а, сюда можем засунуть все. Отдельно. Там, например, что-нибудь потом на продажу, например, выставить туда, чтобы не путаться, куда что вставить. Как это выглядит вообще? Ну, вроде бы не плавает на этом. Ну, в воздухе.
Ну зачем мне тут два этих? Это можно расплавить, блин. 25 секунд. Так. Здесь, знаете, что здесь сделаем? Ой. Ну вот как-то. А что, по-другому красить нельзя его как-то, блин? Знак. Ничего не могу поменять. Ладно. Сюда мы будем складывать еду просто. Не, ну знаешь что? Нет, еда, вот сюда будет. Блин. Вообще. Сюда вот у нас будет питье ставиться. Так, надо было 15 минут. Ну, надо 15-10 минут. Ну, сам 15 пусть там горит. И давайте приготовить. Надо постепенно уже все это наверх тащить. Перегруз. Так, у нас здесь еда. С едой надо, значит, где у нас еда? Семена. Так. Ну, ладно, ставим. Нет, это сюда обратно, это питье. Семена. Так. Это тоже на еду уходит, потому что это мы используем их для, в качестве трав для там приготовления. Этих окон. А сюда уже питье. И все, ну все, бухло, бухлишко такое. Так. Значит, здесь мы поставим запчасти. Семена я кину сюда пока что. Потом мы распределим это более. Так, это не семена. Отлично. Ну и всякие разные вещи. Ресурсы. Сюда. Модификации я поставлю, я думаю. А у нас больше ящика нету, да? Модификации давай сюда поставим пока что. А, и медицина нужна. Медицину сюда закинем. Это тоже к медицине отводится. Так, с едой. Сюда. Так, забираем. Это тебя... А, я не могу подобрать его, блин. Жалко, жалко. Это забираем тоже. Ну да, блин, ну ладно, сюда я тоже закинем. Модификация у нас идет сюда. Что здесь у нас? А, это у нас резы. Блин, пистолет. Рез. Рез, рез, рез. Медицина. Так, тут питье. Медицина. Так, еда. Потом еще надо для оружия сделать отдельный склад. Блин. Куда я семена ложил? А, в угол все ложил семена. Так, что здесь у нас? Тут у нас медицина, здесь семена. Здесь у нас на продажу. Ну, вернее, не продажу, потом его разберем. Расплавим, вернее. Кстати. Надо будет создать получше оружие. Так, здесь надо сбрать остальное. Здесь у нас ничего, здесь ничего. А здесь у нас... Забираем все, что можем. Так, патроны можно было бы, конечно, продать, я думаю.
Так, что здесь у нас? Медицина. Семена. Ладно, пошли, выйдем в запчасти и модификации. Где это было у нас? Вот это. Еще у нас где-то модификации. Ну, вот такие вещи. Дай сюда, я еще пока что оружие скинем. Так, и патроны. Гранаты. Деньги, молотов. Пока что это все сюда скинем. Такие вещи сюда. Ну, это можно было, конечно, разобрать. На латунь пустить его. Уголь. Патроны. Сюда. Распределить. Отлично. Так, сейчас сюда расплавится. Нам нужен камень. А для чего камень нужен был? Для песка, да? Песок. Дробленый песок. Цемент. А, камень нужен был для цемента, понял. Уже забыл, блин. Линза, это понятно потом. А, что здесь? А, тут водичка у нас. А, ладно, спускаемся вниз. Проверяем еще все, что у нас все забрали. Забираем все отдельное. Это не можем забрать. Нет, это подбираем. Идем наверх. Отлично. А, так, что у нас здесь? Еда. А, вот это надо разглядеть. Это пока что поставить его куда-нибудь сюда. Что здесь у нас на продажу, да? А, не, модификация у нас здесь. Правда, надо будет еще парочку сделать. Потому что это явно на этого не хватит. Ну и латунь сюда. И здесь надо направить, поправить. Все отлично. Так, сейчас нам надо создать уровень. Нож мы можем создать, автомат 4 уровня. Но пока что мы не будем создавать его. Пистолет. Мы можем создать пистолет. Вот единственное, то, что можно было пистолет бы создать. Какого уровня? 3. У нас какой? 1. Что нам для этого надо? Отследить. 8 труб. 4 клея. 8 труб. Отлично. И что надо? Доски, да? А что я доски? А куда я доски дел? А где мои доски? А, понял, где мои доски. Пистолеты отследить, изготовить. Нож. Мы можем нож тоже создать. Какого-то 2 уровня, походу, если я не ошибаюсь. Где там нож? Да. Отследить 12 металла. Есть 3 кожи. И что? 3 изоленты. Отлично. Отходящую ночь. Отследить. Изготовить. Отлично. Этот нож мы сейчас разбираем. Не то, что разбираем, а... А, это крафтится, я думал, что за херня. Модификации я хочу снять. И тебя туда мы скинем сюда, плавится. А я могу лук создать получше, подожди. Лук, лук, лук. 3. Нет, 3 у нас есть уже, 3. Нам нужен тогда он сейчас. Так, сейчас оружие создается. Пистолет уже готов. Отсюда модификации. А, если еще модификации нету? У них модификации нету. Тоже разберем его. 3. А, ну тут будет еще 42 секунды там ломаться. А где мой нож? Я думал, что за херня, почему мой нож не делается? Ах ты жопа! Ай, крикуха пришла, друзья, крикуха пришла.
Ой, ё-моё. Давай, пацаны. Еще одна, еда тебя, еще у вас так много. Здесь что, все? Давай, пацаны, сюда идите, блин. Как раз под... Что это там долбите? Они что-то там долбят под низом меня. Еще одна крикуха. Серьезно, вы что, сдурели вообще? Не, ну это пипец. Это не серьезно. Где-то крикуха. А что они тут застревают у меня? Просто жесть. Я не понимаю, что они там, на что они там сагрились. Не, ну это жопа, просто жопа. Это просто жесть. Где-то еще тварь еще бегает, там кричит на меня. Я не понимаю, почему тут так сагрились, там пробили мне эту целую.
Тут явно что-то неладное. Сколько вас здесь, ёбанский городовой? Ну что, друзья, я пойду сейчас с ними вот так разделаюсь. Пока ночь еще не достала. Сюда идите, твари. Это просто жесть. Финальчик у меня такой серии получился, друзья. Это прям, блядь, как Орда, ночь Орды, нахуй. У нас осталось чуть-чуть времени, и ночь рубится. Это просто жесть. Боже ты мой. Просто жесть, друзья, я скажу так. Просто жесть. Вот тебе и финальчик, блядь, дня, а? Извиняюсь, мой французский. Вот так я не понимаю, почему они здесь долбили это все дело. Вот это вопрос на миллион. И здесь так же самое. Да что-то поставь блок, бать, моя женщина. Нам это явно надо будет улучшать до бетона. Ну не до бетона, а до этого. Потому что они еще и здесь что-то долбили. Не понимаю, с какого хера. Мои эти сваи. Но это мы улучшим, по крайней мере, первые три. Да, блин, это было что-то с чем-то. Или что-то не изменили после того, как я тут последний раз играл. Или тут что-то неладное, блин, потому что они слишком агрессивные какие-то у нас тут. И тем паче это тоже в тема не работала. Не знаю почему. Тут блок чуть побили. Здесь, ну это потом, когда я здесь уже спустился вниз, они тут меня буянили у меня. Вроде бы должно быть нормально. 13 блоков должно быть между мной и тем, как они будут падать. Давай сейчас посчитаем еще раз. Блин, получается очень длинный видосик, друзья, извиняюсь. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 блоков у нас, друзья. Ну, вернее, это где-то получается где-то 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И они тогда падают, и все, это нормально. С какого хера это тут так все получилось, и непонятно. Ну и вообще-то это как-то, по идее, что-то как-то очень жестоко они ко мне сюда пришли. И хотели меня наказать.
Не знаю, почему только козлы. Блин, просто 140 патронов потратил я просто. Просто потратил 140 патронов. Надо труба, чтобы починить нельзя. Ой, боже. Ну ладно, что ж поделать. Вот это уже никуда не денешься. Окей, друзья, на этом мы будем заканчивать нашу серию сегодняшнюю. Друзья, большое спасибо, друзья, за вашу... просмотр, за ваши лайкосики, если вы досмотрели до конца. Если вам понравился видосик, друзья, опять же, повторюсь, да, ставьте лайкосик, подписывайтесь на каналчик, оставляйте комментарии под этим или под другим видосиком. Друзья, а на сегодня с вами прощаюсь. Вам доброго и пока-пока.